Я приветствую всех из Одессы. Сегодня 8 октября 2024 года. У нас 5 минут назад в 16.02 в Одессе объявили воздушную тревогу. Причина воздушной тревоги связана с тем, что в Крым были пуски секретного привета. Что именно за привет, информация не уточняется, но я так понимаю, что-то серьезное запустили на Крым. И получается, в Крыму работало ПВО, и у нас дали тревогу в связи с тем, что были выходы ПВО. Но как бы я вам уже пояснял, что неизвестно, это выход ПВО или выход баллистики, поэтому тревога объявляется. Но у нас все спокойно, взрывов никаких не звучало, пусков ракет баллистических с Крыма не было. Вот в Крыму работало ПВО, пыталась отбиться от чего-то, от секретного привета, скажем так. Я на связи, всем хорошего дня, мирного неба, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.